можете посмотреть мое прошлое видео. Здесь у нас идет швейная тематика, вязание. Я, конечно, больше я вязать могу, умею. Я больше по шитью, конечно. Но модельки с удовольствием с вами посмотрю. Какие можно связать будет. Вот. Здесь 30 моделей. Давайте с вами посмотрим и покушаем вот такую вот вкуснейшую паэлью. Здесь идет королевская креветка, помидор, соус и паста. Будем сейчас вкусняченько. Очень красивая напитка. Это типа такой напитки прекрасно будет на осень. Такая вот девушка, кофта красивая очень у нее. Ой, какая красота. Кофточка. Я хочу такую без рукавку, без рукавов.
лучше, чем модели. Красивая. Пуловерчик на зиму классный. Ой, какая красивая кофта. Посмотрите, друзья мои. Какая прелесть. Она спускается с плеч. Это просто что-то с чем-то. Так. Лапша. Веточку возьмем. Thank you.
Сапожки красивые. Кофточка тоже. Вот это красивая. Посмотрите, какая вязка. Это плотная вязка. Резиночка по резинке нанизу. И короткая. Внизу резиночка, она немножко стягивает, как визуально вид. Либо футболочку одевать.
и малинового. Сеточка. Ну вот это на лето, конечно, хорошо. И красиво. Красивые зверюшки.